учения проводятся на различных полигонах, в том числе Российской Федерации и других государств, потому что в акватории Каспийского моря. У нас задействовано 15 боевых кораблей, более 600 летательных аппаратов, более, как мы уже говорили, 128 тысяч личного состава задействовано. Плюс только на десантирование будет приниматься более 80 военно-транспортных самолетов Ил-76 и другие. Будет десантировано порядка 1500 парашютистов и более 200 единиц техники. А при применении мобильного резерва командующим группировкой 31-й воздушно-десантной бригады будет применено порядка 120 вертолетов армейской авиации. Это масштаб.